самая карта. Всем привет! Продолжаю вам рассказывать о старых радиовещательных приемниках, но прерву свой рассказ о приемниках «Альпинист» первых выпусков и в этот раз расскажу о приемниках «Сокол». Эти приемники выпускались примерно в то же самое время, что и приемники «Альпинист» первых моделей, но отличаются достаточно сильно и по-своему интересны. Итак, малогабаритный транзисторный радиоприемник «Сокол» выпускался Московским радиозаводом, начиная с 1963 года, то есть 60 лет назад. Работает в радиовещательных диапазонах длинные волны и средние волны. Питание либо от батарейки Крона 9 вольт, либо от аккумуляторной батареи 7D01. Эти приемники выпускались в нескольких вариантах, и цветовое оформление было разное, и даже немножко была разная конструкция корпуса, но схемы, печатные платы и параметры всегда были одинаковые. Сейчас я вам об этих приемниках подробно расскажу и покажу несколько вариантов исполнения этих приемников именно тех лет 60-х годов. Детские сады и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, как идет эта работа? До такой степени, что мы остановиться не можем. Как я вам говорил в первых выпусках серии «Старое радио», мы не будем сравнивать радиовещательные приемники с радиосвязным, потому что это бессмысленно. Но мало того, и сами радиовещательные приемники тоже бывают очень разные. Бывают вот такие вот малогабаритные, бывают совсем миниатюрные, карманные, а бывают полноразмерные, как эти самые альпинисты, о которых я вам рассказывал. Так вот, сравнивать малогабаритные миниатюрные приемники с полноразмерными тоже большого смысла нет, потому что они могут отличаться по параметрам достаточно сильно. В первую очередь по громкости и по качеству звучания, и по продолжительности работы от источника питания. Так что не будем придираться к качеству звучания этих приемников. Они очень маленькие, они малогабаритные, и для 1960-х годов они реально очень маленькие. Да, конечно, в те же самые 60-е годы были транзисторные радиоприемники еще меньших размеров, совсем миниатюрные, карманные, я имею в виду нашего отечественного производства. Но и эти приемники очень маленькие, поэтому звук у них достаточно такой будет высокочастотный и негромкий. Но это нормально для транзисторных приемников тех лет. Первое, что мне хочется сказать о радиоприемниках «Сокол», это то, что в то время, в 60-е и 70-е годы, чаще всего приемник продавался просто отдельно, приемник в коробке с инструкцией по эксплуатации, может быть, иногда еще входили в комплект батарейки, ну или часто их просто не было, их нужно было приобретать отдельно. То вот этот вот приемник «Сокол» продавался в комплекте еще и с аккумулятором, с зарядным устройством, в общем, целый набор еще и с чехлом с кожаным. В наше время, конечно, выглядит совершенно обычным, что вы покупаете какое-то электронное устройство, и к нему есть в комплекте зарядное устройство. Но поверьте мне, тогда, 60-е годы, 60 лет назад, мир был совсем другой. И вот приобретая такой приемник, вы получали в комплекте еще и разные аксессуары. Это очень интересно посмотреть, как все это было тогда. Например, сам приемник был вот в таком вот кожаном чехле с ремешком. Либо этот ремешок можно было застегнуть вот в таком вот коротком варианте. И в комплекте был еще удлинитель, который подсоединялся к этому ремешку, и он получался вот такой длинный, можно было его как-то на плечо повесить, там носить, ну или еще как-то. В общем, этот удлинитель тоже был в комплекте. Естественно, была инструкция по эксплуатации, вот такая вот книжечка. И самое интересное, что в комплекте была еще вот такая вот аккумуляторная батарея 7D01. Она выдавала напряжение около 9 вольт, являлась, по сути, для приемника заменителем, эквивалентом батарейки Крона, которая была достаточно дорогостоящей и не в каждом магазине продавалась. Поэтому можно было использовать вот такой аккумулятор, и в комплекте был еще кабель зарядный для зарядки этого аккумулятора от сети. На приемнике на задней стороне есть разъем для подключения этого зарядного устройства, и подключив этот кабель сюда вот и в сеть, можно было заряжать аккумулятор, установленный в приемник, не извлекая его из приемника, а прямо там. Зарядное устройство простейшее, оно содержит в себе
гасящий резистор и диод, то есть однополупериодный выпрямитель и диод. Простейшая совершенно схема, две детали соединенных последовательно, резистор плюс диод. Резистор состоит из двух тоже резисторов, последовательно соединенных, для того, чтобы переключать это зарядное устройство на работу от сети 220 вольт или от сети 127 вольт. Переключатель этот находится вот здесь непосредственно на самой вилке, между выводами, между штырями контактными, и его можно с помощью отвертки вот так вот поворачивать в положение 127 или в положение 220. В положении 127, соответственно, один из двух резисторов, последовательно соединенных, замыкается этим переключателем, и получается, что у нас ток зарядный возрастает, по сути. Ну или при снижении напряжения ток зарядный будет сохраняться, опять-таки, порядка там 10 мА или около того. Именно что мне нравится в этом приемнике, то, что вот такой приятный комплект. И чехольчик тут красивый, аккуратненький, с ремешком. И зарядное устройство, и аккумулятор. Для 60-х годов, согласитесь, это очень неплохо для бытовой техники, для предмета, который просто покупал себе человек домой для того, чтобы этим попользоваться. Таких приемников «Сокол» было выпущено огромное количество, и до сих пор их можно найти в продаже на Авито, на каких-нибудь барахолках, в идеальном состоянии, в полном комплекте, с коробкой, с чехлом, с аккумулятором, вот в таком виде, как у меня. Я купил его просто на Авито, для того, чтобы показать вам. Но была самая первая модификация, которая немножко отличалась. И вот их было выпущено не так много, и находятся они сейчас уже с трудом в хорошем состоянии. Первая, самая первая версия приемника «Сокол» отличалась тем, что у нее не было привычной нам шкалы настройки с перемещающимся визиром по шкале, а приемник этот выглядел вот так вот. И ручка настройки его, и шкала настройки были совмещены, и они находились сразу же на оси конденсатора переменной емкости. Вот такая вот квадратная шкала, по ней мы видим, что при вращении ручки настройки перемещается красненький визир. Здесь как бы обозначено сразу два диапазона, длинные волны, средние. И, естественно, обозначение на шкале здесь в мегагерцах, то есть 0,55 – это нижняя часть средневолнового диапазона, 0,7 – 1. Ну и верхняя граница здесь не обозначена, но она имеется в виду 1,6 мегагерца, конечно же, и для длинноволнового диапазона свои обозначения. Вот такой вот приемник, он точно так же был со своим чехлом. Чехол именно под эту модель свой, именно под эту модификацию с квадратной вот такой шкалой. Он точно так же имеет на задней стенке разъем для подключения зарядного устройства и точно так же могла быть в комплекте либо батарейка крона, либо аккумулятор 7D01, который устанавливается в батарейный отсек. Но вот такой вот был дизайн этих приемников, немножко непривычный. В основном же приемники «Сокол» первой модели производились вот в таком вот варианте. Такой вариант был дизайна, под него уже, соответственно, свой чехольчик. Приемник выглядит вот таким вот образом. Они были разного цветового исполнения, и чехлы к ним тоже были разного цветового исполнения. Вот, например, у меня здесь есть два приемника. Один светлый со всех сторон, и передняя панелька светлая, и задняя. К нему был вот такой темный черный чехольчик. И наоборот, соответственно, был приемник со светлым вот таким бежевым чехлом. И даже включился. И с темным корпусом, с передней панелью темной. Вот такая вот еще была модификация. Ну, в общем-то, это не так важно. Схема, печатная плата, параметры, у них все было абсолютно одинаковое. И вот уже эта более привычная модель приемника, которых как раз и было произведено огромное количество, имеет такие же абсолютно размеры, как и первая модификация с квадратной шкалой, но она уже имеет привычную шкалу настройки с красным визиром, который перемещается по этой шкале, когда мы вращаем ручку настройки. Ручка настройки выступает через прорезь в корпусе, и рядом с ней есть еще ручка регулятора громкости, совмещенного с выключателем питания. К сожалению, устройства замедления какого-то нет. Вот эта вот ручка настройки находится непосредственно на оси конденсатора переменной емкости. А полоса пропускания этого приемника достаточно узкая, обычная, нормальная для средневолновых вещательных приемников. Напомню, шаг между соседними станциями 9 кГц в средних волнах. То, чтобы перестроиться с одной станции на другую, на соседнюю, бывает достаточно повернуть эту ручку на доли миллиметра. То есть настройка очень-очень чувствительная здесь. Нужно очень-очень аккуратненько вращать эту самую ручку настройки. Еще раз повторюсь, из-за того, что отсутствует устройство замедления.
Тогда, в начале 60-х годов, достаточно часто у вещательных приемников, маленьких, малогабаритных, карманных, именно так и делали. Да и потом тоже, в принципе, к этой схеме возвращались с отсутствующим устройством замедления. Ну, вот здесь вот именно так и сделано. Если честно, мне не очень нравится, что так сделано, но, в общем-то, зато габариты и вес очень маленькие, и конструкция очень простая. Устройство замедления, всегда какая-то лишняя ненадежность, что-то начнет там проскальзывать, или эта ниточка растянется, или лопнет, или еще что-то. Здесь все гораздо проще, просто ручка настройки сразу вращает конденсатор переменной емкости. Штаб-квартиры в Кот-д'Ивуаре. Числа избирателей, включенных в списки. Хаэричных судов гражданского. Как я вам уже сказал, на задней стороне корпуса есть разъем для подключения зарядного устройства. Разъем этот в виде двух штырьков, расположенных в углублении на задней стенке корпуса. И к нему, соответственно, есть вот такой вот кабель, который я вам уже показал. И на этом кабеле есть штекер, который имеет ключ. И ключ этот, соответственно, не дает включить этот разъем кверх ногами, так как в этом зарядном устройстве у нас расположен выпрямитель однополупериодный, один диод, то на выходе здесь уже будет пульсирующий постоянный ток. А эти контакты на корпусе приемника подключены непосредственно к аккумулятору, к источнику питания. Поэтому нужно соблюдать полярность, вот, чтобы не перепутать, здесь есть ключик на этом самом разъеме. Также на задней стороне корпуса расположен переключатель диапазонов, длинные и средние волны. И, в общем, собственно, все. На боковой стенке этого приемника с левой стороны есть разъем для подключения наушника. И с правой стороны есть разъем для подключения внешней антенны. По сути, это клемма одна, то есть туда можно было подключить какой-нибудь один кусок провода, и он у нас повышал, так сказать, общую чувствительность приемника. Вот, собственно, и все, все внешние подключения. Да, конечно же, есть вот здесь такая крышечка батарейного отсека, отодвигающаяся в сторону. Под ней уже располагается либо батарейка крона, либо этот самый аккумулятор 7D01. Здесь обычно вот в этом батарейном отсеке был еще приклеен кусок поролона для того, чтобы батарейка это не болталась. В моей версии он сейчас уже не сохранился, но это, в общем-то, не важно. Можно современный какой-нибудь поролончик проложить. Вот такая вот конструкция. Что интересно, именно вот этот мой экземпляр, который я сейчас достал вот из этого бежевого чехла, сохранился в том состоянии, в котором был произведен в 60-е годы. Задняя крышка корпуса закрывается и держится двумя винтами, расположенными по диагонали. Оба эти винта имеют пломбы. Эти пломбы на моем экземпляре вот на этом сохранились. И он прекрасно работает. Можно на нем что-то послушать. Можно назвать отдельные результаты, это чуть сложнее. Если самый первый вариант этого приемника вот в таком вот корпусе, вот с такой вот шкалой, выпускался с надписью «Сокол» на русском языке, то вот такие уже варианты со шкалой, с визиром, чаще всего выпускались со всеми надписями на английском языке. Как вы видите, «Сокол» написан на английском языке. Это не экспортный вариант какой-то отдельный. Были еще экспортные варианты этого приемника, когда у него название было совсем изменено для разных стран, выпускались они под разными названиями. А просто «Сокол» выпускался с надписями на английском языке. И такой приемник именно продавался у нас в Советском Союзе, и обычный гражданин Советского Союза мог прийти в магазин и купить именно с надписью «Сокол» на английском языке. Это не экспортный вариант. В том числе об этом говорит огромное количество таких приемников с надписью «Сокол», сохранившихся сейчас у населения, продающихся на разных барахолках, в разных городах, на Авито, там еще где угодно. Именно вот в таком варианте с надписью «Сокол» на английском языке. Здесь на задней стороне корпуса есть еще вот такая вот пластиковая вставочка отдельная черного цвета. И на ней написано, что источник питания 9 вольт и Made in USSR. Вот такой вот приемничек. Коробка к нему тоже с надписями всеми на английском языке. Вот у меня, к сожалению, немножко она испачканная. Досталась эта коробочка. Ну, в общем-то, и так все понятно. «Сокол» написано. Портативное радио на 7 транзисторах. И все такое.
И инструкция в комплекте была, конечно же, инструкция была на русском языке, так как это не для экспорта делался приемник. Еще раз повторяюсь, экспортные варианты были, и они были совсем с другими названиями, абсолютно такого же внешнего вида, но название какое-то другое было. И вот там уже инструкция была на английском языке. А здесь инструкция на русском языке, уже «Сокол» написано по-русски, и, соответственно, все здесь описывается, как этим приемничком пользоваться. Еще в комплекте была вот такая вот этикеточка, вернее, паспорт изделия, где написано, что это такое, серийный номер, гарантийный талон и комплектность. Приемник, футляр с удлинительным ремнем, как я вам говорил, то есть ремень дополнительный можно было устанавливать, можно не устанавливать. Зарядное устройство, аккумуляторная батарея 7D01, упаковочная коробка, инструкции по эксплуатации и батарейка крона еще тоже могла быть в комплекте. Здесь она написана не как опциональная, а как тоже постоянно присутствующая в количестве одна штука. Обозначение на шкале в этой модификации приемника с горизонтальной плоской шкалой, с красненьким визиром, тоже сделаны в единицах измерения частоты, а не длины волны. То есть в мегагерцах, например, на длинноволновой шкале написано 0,15, 0,19, 0,25 МГц, а на средневолновой, соответственно, 0,55, ну и так далее. Но что забавно, слово мегагерц здесь не написано ни на русском, ни на английском языке, а написано MC вместо этого обозначения. Это старое зарубежное обозначение в англоязычной литературе. Слово мегагерц и МХЗ, MHZ стали применять не так давно. Может быть, какие-нибудь 70-е годы начинали, в конце 60-х и второй половине 60-х. А раньше обозначалось в английском языке, мегагерц обозначали не как мегагерц, а как мегациклы, то есть мегациклы. И вот обозначение было MC тогда еще, в начале 60-х и до этого. И вот здесь, соответственно, MC написано мегациклс на вот таких приемниках с надписями на английском языке. Вот у меня на беленькой версии тоже, соответственно, MC написано. Чем еще отличалась первая самая версия, которых не так много было произведено? Тем, что решетка громкоговорителя, у нее эта часть передней панели, часть корпуса, просто штамповка отверстий на вот этой вот пластиковой передней панели. У обычных модификаций, которых именно и было выпущено огромное количество, передняя панель уже представляет из себя металлическую решетку для громкоговорителя, вот такую вот блестящую, красивую, со значком завода-производителя, с старым значком. И она могла быть тоже нескольких вариантов, или вот такая вот сплошная металлическая с множеством одинаковых маленьких отверстий. Либо могла быть еще вот такая вот с рифлением, с полосками вот такими вот продавленными в этой самой решетке для динамика металлической. Ну, в общем-то, корпус очень красивый, я считаю. И по периметру тоже сделана блестящая вот такая рамка. В разных цветовых исполнениях все равно красиво смотрится и в черном, и в светлом. Принят самого матча, я так понимаю, в чаше стадиона, ну и напомнили о том, что... Хоть приводной маяк слышно, у меня тут в нескольких десятках километров от меня находится. Я хочу сказать, что сделан этот приемник очень аккуратно. Все элементы конструкции маленькие, очень красивые, очень тщательно все подобрано, все по размерам, ничего нигде не болтается, нигде не люфтит. Для 60-летней давности техники это просто удивительно. И вот эти вот чехлы к ним, или как их правильно назвать, футляр или кобура, тоже очень красивые, сделаны из каких-то очень прочных материалов. Внутри имеют покрытие вот такое вот фетровое, чтобы приемник не царапался об них. И если у первой версии вот с такой квадратной шкалой этот чехол кобура была вообще очень прочная, то у следующих, конечно, стала немножко потоньше, но зато в первой версии здесь нет отверстия для подключения зарядного устройства, есть только отверстие для переключения диапазонов. И на боковой стенке есть отверстие только для разъема подключения внешнего наушника, а с другой стороны отверстие для разъема, для клеммы подключения внешней антенны нет. То вот на более поздних версиях приемников, уже вот на таких вот, на чехле появились все эти отверстия и для подключение зарядного устройства и для подключения антенны. Есть, соответственно, отверстия круглые с обеих сторон для антенны и для наушника. И еще я хотел сказать, прежде чем мы перейдем к рассмотрению его внутреннего устройства и схемы, то, что
Позже, с 70-х годов, с начала 70-х, с 71-го года, такой приемник стал производиться тем же самым московским радиозаводом под названием «Сокол-403» уже. Как я вам уже говорил, с начала 70-х годов в нашей стране ввели ГОСТ, по которому вся бытовая электронная аппаратура должна была иметь название с номером модели из трех цифр, где первая цифра означала класс сложности. Класс сложности был с 4 по 1, вернее, по 0. 4 – это самый несложный, самая простая аппаратура, действительно. Миниатюрный батарейный приемник, работающий всего лишь в двух диапазонах волн, длинные и средние, с маленькой выходной мощностью, с маленьким громкоговорителем. Конечно, это техника самого простого, самого 4 класса сложности. И этот приемник стал называться «Сокол-403». По сути, это тот же самый приемник. У него немножко изменился дизайн, но все осталось то же самое. Остались те же самые размеры. В комплекте точно так же зарядное устройство, работающее по тому же самому принципу, гасящий резистор и диодик. Он комплектуется чехлом, кобурой. И, естественно, тоже чехол этот с удлинителем. Можно собрать его, что он будет вот такой вот с коротенькой ручкой, а можно собрать, что будет вот такой вот длинный. В общем, все то же самое, но немножко все-таки изменилось оформление этого приемника. Оформление не коснулось, конечно, его размеров, не коснулось расположения органов управления, шкалы. Все то же самое сохранилось. И, кстати говоря, шкала в этих приемниках в обоих стеклянная. То есть вот эта вот часть корпуса – это стекло. Не пластик, не оргстекло, а настоящее стекло. Поэтому часто встречаются такие приемники сейчас в продаже с разбитым этим самым стеклом, с трещинами. Вот, например, у меня есть такой вариант, где, соответственно, вот эта шкала, вот это стекло треснуло. Там уже отслоилась в местах трещин краска с противоположной стороны. Ну, в общем-то, полно таких приемников встречается и в очень хорошем состоянии, как вот этот, например, у меня 403. Разница лишь только в том, что корпус стал не абсолютно прямоугольный. Если вот эти приемники были просто ровный прямоугольник или первой версии с прямоугольной шкалой, и шкала прямоугольный, и корпус абсолютно прямоугольный, то у 403-х приемников боковые стенки стали немножко вот такие вот скругленные, или как их правильно тут назвать, не знаю, в общем, не прямые линии. Вот и вся разница. Поменялся еще символ на передней панели, на решетке для динамика. Символ завода-производителя стал немножко другой. Почему так получилось, я не знаю. Один тот же завод делал, символ поменялся. Видимо, этот завод поменял свой значок, свой символ. Ну, в общем-то, это не важно. Он расположен на том же самом месте, просто выглядит немножко по-другому. И вставки пластиковые в корпусе сзади нет, на которой было написано, что 9 вольт и Made in USSR. А теперь просто написано Made in USSR непосредственно на самой задней крышке. Ну и первые версии приемники тоже встречались с такой же задней стенкой, без этой пластиковой вставки, а с надписью Made in USSR непосредственно на самой задней панельке. Так что, в общем-то, это и не отличает 403-й приемник от первых версий. Расположение всего остального то же самое. Вот, кстати говоря, тоже этот приемник 403, уже, видимо, 70-х годов, мне достался тоже с пломбой на винтике. И включается, работает прекрасно. Все в порядке. А, да, еще забыл сказать, что поменялось расположение гнезда для подключения внешней антенны. Если раньше это гнездо было с боковой стенки, на одной боковой стенке был разъем для подключения наушника, на другой стороне был разъем для подключения внешней антенны, то теперь внешняя антенна подключается с помощью отверстия на задней стенке. Отверстие очень маленькое, прямо в пластмассовой стенке отверстие, и где-то за ним там расположена у нас уже клемма или разъем для подключения этого проводника антенного. И написано маленькой буквой А, то есть антенна. Естественно, в футляре, в чехле для подключения этой антенны есть теперь отверстие на задней стороне корпуса. Все предусмотрено. Вот, собственно, и вся разница. Размеры коробки сохранились тоже в точности такие же. Открывается она точно так же, все то же самое. Ну, надписи только немножко теперь другие. Надписи все тоже на английском языке, и большинство таких приемников выпускалось именно с такими вот надписями на английском языке. Хотя продавались они у нас в Союзе и не обязательно шли на экспорт. Чуть-чуть изменился еще чехол. Если для первой версии он закрывался вот так вот сверху, то для 403 он закрывается теперь не сверху вот такими двумя заклепками, а сзади. В общем-то, тоже это значительно ни на что не повлияло. Размеры те же самые, форма такая же. Вот так вот он теперь сзади, на задней стороне закрывается, а у первых версий он закрывался сверху. И, кстати говоря, у самой первой версии он точно так же сзади закрывался, у которой была с прямоугольной шкалой, вот с такой вот с квадратной. Так что чехол, можно сказать, вернулся к тому, что и был в самой первой модификации. Ну,
Значит, Александр Лукашенко может стоить вот, двум теннисистам участие. Корпус приемника состоит из двух половин, и задняя половина соединяется с передней, крепится к передней с помощью двух винтов. Расположены они по диагонали. Если смотреть сзади, то в левой нижней части и в правой верхней. Если мы рассматриваем приемник «Сокол» первой модификации, неважно, с прямоугольной вот такой вот шкалой или уже со стеклянной шкалой, по которой горизонтально перемещается визир. А вот «Сокол 403» тоже состоит из двух половинок, но винты расположены по-другому, тоже по диагонали, но наоборот. Слева сверху и справа снизу. Мало того, если у первых модификаций приемника большая крышка была по размерам, та, которая является передней панелью, а задняя крышка всего лишь маленькая, плоская, вот такая вот. И это касается и приемника с квадратной шкалой, и с стеклянной уже шкалой, то если мы посмотрим на 403, то у него все наоборот. Большая часть – это как раз задняя крышка, на которой опять-таки ничего нет, а весь монтаж, естественно, расположен на передней панели, но вот передняя панель такая вот плоская, маленькая. В общем-то, если честно, так даже удобней рассматривать плату, может быть, что-то можно в ней поменять, что-то сделать. Естественно, без отвинчивания ее что-то перепаять не получится, но так она более наглядно доступна. Так, разбираем. Отвинчиваем винты в задней крышке и разбираю первую модификацию приемника. 403, как вы уже видели, у меня разобранный. Тоже был приемник под пломбами. Если честно, у меня вот этот вот первой модификации вообще в идеальном состоянии с пломбами. Мне не хочется его разбирать, не хотелось его разбирать. И чтобы посмотреть внутренности и показать их вам, я специально на Авито купил еще один приемник, тоже «Сокол». И он тоже оказался с пломбами. То есть их настолько много было, и они все в хорошем состоянии, что даже вот поискав какой-то дешевый вариант, я нашел все равно тоже с пломбами. Но уже пожертвовал ими для того, чтобы разобрать его, посмотреть внутреннее устройство и вам тоже его показать. Так, смотрим два приемника первых модификаций. Этот с прямоугольной шкалой, с квадратной, непосредственно 63-го года производства, то есть приемник из первых серий. Но они, собственно, позже потом уже и не выпускались такие, выпускались только вот такие уже. Все детали здесь того времени. Единственное, что здесь кто-то в наше время уже поставил электролитический конденсатор современный, припаял его тут куском МГТФа. Ну, в таком виде он ко мне попал, этот приемник, я уж не буду ничего здесь менять, так что уж извиняйте, целостность конструкции приемника 63-го года немножко нарушена вот этим вот электролитическим конденсатором современным, в кавычках. Ну, а вот этот вот со стеклянной шкалой, он непосредственно в том виде, в каком он и был, как я вам уже сказал, он был под пломбой, и я ее сорвал, и теперь мы видим конструкцию этого приемника в детственно чистом виде, как его и сделали в 60-е годы производители. Разобрав приемник, что мы в первую очередь здесь видим? Монтаж выполнен на печатной плате, на одной, все компоненты с одной стороны, это, естественно, касается всех трех вариантов приемника, и с квадратной шкалой, и вот такого вот, и 403-го. Конденсатор переменной емкости уже малогабаритный, не с воздушным диэлектриком. На задней стенке этого конденсатора расположены еще 4 дополнительных подстроечных конденсатора, чтобы не устанавливать их куда-то на печатную плату, выпускались вот такие вот КПЕ, сдвоенные еще и с 4 подстроечниками на задней стороне. Именно они и применены в этих приемниках. Ферритовая магнитная антенна сделана на плоском ферритовом стержне для уменьшения габаритов всего приемника. Транзисторы видим здесь в первой версии вот такой вот 63-го года. Высокочастотный P402, низкочастотный P15. В более поздней версии вот этот приемник 66-го года уже высокочастотные транзисторы P422, низкочастотные MP40. И в приемнике 70-х годов, 78-го, по-моему, года, то же самое P422 и P40. P40 или MP40, в общем-то, разницы нет. Низкочастотные транзисторы, я имею в виду. Что здесь еще интересно видно? Электролитические конденсаторы K50-3 или K50-12 в более поздних версиях приемника. Забавно, что есть сборки по 3 таких конденсатора в пластиковом корпусе. Они не соединены параллельно, а просто закреплены 3 конденсатора. 2 таких сборки в этих приемниках установлены. Причем встречаются они, вот как в первой версии здесь, не пластиковая сборка, а закреплены с помощью изоленты или чего-то подобного. Это не кто-то из радиолюбителей сам припаял.
А так собирались приемники. В таком виде они мне встречались неоднократно в разных приемниках, эти конденсаторы. Именно не в пластиковой обойме сборки, а именно вот так вот изолентой смотанные. Но должна быть вот такая вот пластиковая обойма, сборка на три конденсатора. Они три устанавливаются в этот пластиковый корпус, но запаивается в плату каждый в своей точке, они не соединены параллельно. Что мы здесь еще видим? Видим два миниатюрных низкочастотных трансформатора, так как усилитель низкой частоты сделан, конечно же, по двухтактной трансформаторной схеме. Он трехкаскадный. Первый каскад обычный с нагрузкой в виде резистора в коллекторе транзистора. Второй каскад уже имеет нагрузку этот самый трансформатор, предварительный трансформатор, и выходной трансформатор, соответственно, работает уже с двухтактным выходным каскадом. И нагрузкой этого выходного трансформатора служит громкоговоритель. Наблюдаем вот такое интересное здесь сбоку, можно сказать, самодельное гнездо для наушников, но в то время такие гнезда часто использовались. Это уж зря я его самодельным назвал. Во многих приемниках именно такие гнезда и были установлены. В первой версии приемника «Сокол» и с квадратной шкалой вот такой вот, и уже в более популярной версии со стеклянной плоской шкалой, разъем для наушника установлен в отверстии на корпусе приемника и, соответственно, припаян проводниками к печатной плате. Если мы эту плату будем вынимать, то придется либо отвинтить гайку на этом разъеме, чтобы его снять, либо отпаять проводники, чтобы они не мешались. В 403-м приемнике разъем установлен на специальную отдельную пластиковую вставку, которая вставляется в заднюю стенку в крышку приемника. И поэтому, если мы эту крышку снимаем, то разъем остается на проводниках болтаться вместе с этой вставкой. И можно плату совершенно спокойно снять с корпуса приемника, и вместе с ней будет у нас еще и разъем на проводках. Не нужно его ни отпаивать, ни отвинчивать, ничего. То есть разбирается 403-й приемник немножко проще. Полностью снять плату с него проще. Он стал, так скажем, немножко более ремонтопригоден. Именно об этом задумывались разработчики. То есть разница между этими приемниками небольшая, но вот такие вот нюансы все-таки выдают то, что люди работали, что-то усовершенствовали, улучшали и сделали вот такую вот панельку отдельную с разъемом, а не установлен этот разъем на постоянно, как в первых версиях приемника. Что касается схемы, то, конечно же, как я вам сказал в начале видео, это супергетеродин с одним преобразованием частоты, смеситель с совмещенным гетеродином ПЧ 465 кГц. Нагрузкой смесителя является трехконтурный полосовой фильтр, фильтр сосредоточенной селекции. После этого идет два каскада усиления промежуточной частоты. Первый каскад с апериодической резистивной нагрузкой, второй каскад с нагрузкой в виде контура еще одного настроенного на промежуточную частоту. И у этого контура есть вторичная обмотка, которая нагружена на детектор, который сделан на одном диоде. Казалось бы, ничего необычного, все приемники строились в то время по подобной схеме, но в приемниках «Сокол» есть одна очень интересная особенность схемотехническая, которая меня просто удивила, которая практически не встречается нигде, ни в каких других приемниках того времени. Ферритовая антенна здесь сделана очень необычно. Ну, вернее, сама-то антенна сделана обычно, но включается в схему она очень необычно. На ней есть всего лишь две катушки. Одна контурная, назовем ее так, другая катушка связи, низкоомная. Контурная катушка состоит из двух половин, которые разнесены геометрически по этому стержню ферритовой антенны, но соединены они, эти половины, последовательно, непосредственно прямо здесь, то есть намотаны одним проводом, а они соединяются где-то там на плате. По сути, это одна катушка, которая состоит просто из двух секций разного размера. И есть еще маленькая катушка связи. И вот в таком виде эта ферритовая антенна с такими катушками используется только на средневолновом диапазоне. Параллельно контурной катушке включается у нас, естественно, конденсатор переменной емкости, одна из его секций, вторая используется в гетеродине. А катушка связи используется для того, чтобы снимать сигнал и подавать его на низкоомный вход. Низкоомный вход – это база транзистора, смесителя с совмещенным гетеродином. Для сигнала он работает по схеме с общим эмиттером, для гетеродина он работает по схеме с общим коллектором. В общем-то, в этом ничего особенного нет. Все, что сейчас я вам рассказал, это практически в любом приемнике того времени использовалось, за исключением первой версии альпиниста, где включение смесителя в ферритовую антенну было в отвод от емкости, то есть в часть емкости, а не с помощью трансформаторной связи, не с помощью катушки связи. Самое интересное здесь – это в реализации длинноволнового диапазона. Для того, чтобы здесь принимать длинноволновый диапазон, отдельной катушки на ферритовом стержне для длинноволнового диапазона нет. Просто нет и все. Как в большинстве приемников, две катушки, длинноволновые и средневолновые. Здесь такого нет.
Здесь установлен дополнительный контур на маленькой обычной катушке, сделанный такой же, как контура ПЧ или гетеродинные в этом приемнике. Этот контур совместно с одной из секций конденсатора переменной емкости, который подключается к нему с помощью переключателя диапазонов при работе в длинноволновом диапазоне, настраивается на длинноволновый диапазон. То есть получается у нас отдельный контур есть входной для длинноволнового диапазона. У него есть своя вторичная обмотка, то есть катушка связи, с которой и снимается сигнал и подается на базу нашего с вами смесителя с совмещенным гетеродином. И вот уже в контур этой самой катушки длинноволновой, в отвод у этого контура, первичную обмотку, я имею в виду, которая контурная, которая настраивается конденсатором переменной емкости, в отвод от этой первичной обмотки подается сигнал с ферритовой антенны. Переключателем диапазонов контурная катушка средневолновой ферритовой антенны отключается от конденсатора переменной емкости и подключается в отвод длинноволнового контура, вот такого маленького. А катушка связи вообще отключается, которая в средневолновом диапазоне используется. Если с моих слов вы не очень поняли то, что я рассказываю, можете посмотреть схему приемника. Так сделано и в первых соколах, и в 403. Схема 403 вообще не отличается от первого сокола, разницы никакой нет. То есть разница только в конструктиве чуть-чуть. Вот такая интересная схема, то есть если кратко еще раз, на ферритовом стержне намотана только средневолновая катушка и катушка связи. В средневолновом диапазоне все работает по классике, к контурной катушке подключается КПЕ в параллель. С катушки связи снимаем сигнал на базу смесителя. В длинноволновом диапазоне КПЕ отключается от средневолновой катушки, намотанной на ферритовом стержне, подключается к отдельной катушке, просто маленькой, на плате приемника, у которой есть своя вторичка, со вторички подаем опять сигнал на базу смесителя. И вот мы в эту длинноволновую катушку, в отвод от ее контура, подаем сигнал с ненастроенной в резонанс катушки, намотанной на ферритовом стержне. Уникальная схема, я бы сказал. Но работает прекрасно, то есть чувствительность на слух на длинноволновом диапазоне не хуже, чем на средневолновом. Почему так сделали? Мне сложно сказать. Я не знаком с авторами этой конструкции, если они еще существуют. Наверное, посчитали, что так будет меньше намотано проволоки на ферритовую антенну. Наверное, посчитали так, что схема будет не хуже работать, но затрат может быть меньше. Хотя, с другой стороны, установка дополнительной еще одной маленькой катушки в печатную плату, изготовление этой катушки, это все дополнительные тоже расходы. Честно, мне непонятно, почему так сделали. Я никакого смысла большого в этом не вижу. То есть можно было намотать эту длинноволновую катушку каким-нибудь тоненьким проводом на этот самый ферритовый стержень плоский, и все было бы то же самое. Но вот посчитали, что так будет лучше, и так сделали. И теперь мы знаем, что есть вот такой вот уникальный приемник «Сокол» с такой уникальной ферритовой антенной в длинноволновом диапазоне. Тепла. В Москве без осадков, ночью местами гололедица. Температура -1, -3 градуса. Днем от 7 до 9 тепла. Сейчас в столице +6 градусов. В первых приемниках «Сокол» и с квадратной шкалой, и с плоской стеклянной шкалой на печатной плате мы видим зеленые резисторы ВС или ОЛМ. Маленькие, то в версии приемника 70-х годов мы уже, конечно, видим резисторы с обычными выводами, круглыми, а не с плоскими, это МЛТшки или С какие-нибудь. Ничего особенного, просто в разное время были разные комплектующие, время шло и развивалась не только схемотехника, но и сами комплектующие становились другими. А вот что интересного в схемотехнике здесь видно в этом приемнике еще. Второй каскад усиления промежуточной частоты, транзистор второго каскада, расположен под металлическим экраном. Сами транзисторы P402 или 422 не имели собственного экрана. Корпус у них – это вывод, по-моему, базы, что ли, или коллектор, я уже забыл. Неважно. Главное, что корпус их соединен с одним из выводов. И вот для того, чтобы уменьшить какую-то паразитную, положительную обратную связь в этом приемнике, сам транзистор разместили в металлический экран. Вот он выглядит как современный какой-нибудь конденсатор там 90-х годов или 2000-х, типа электролитический. Это не конденсатор, это металлический экран, под которым размещен второй каскад, транзистор второго каскада усиления промежуточной частоты. Возможно, из-за такого маленького миниатюрного монтажа этой самой печатной платы возникала какая-то завязка,
положительная обратная связь в усилитель ПЧИ. Возможно, он страдал склонностью к самовозбуждению. И чтобы ее устранить, второй каскад УПЧ, транзистор второго каскада УПЧ, разместили под металлическим экраном, который, конечно же, заземлен, то есть соединен с корпусом. Но, видимо, этого было недостаточно для того, чтобы полностью устранить эту самую положительную обратную связь. Видимо, какие-то были с ней проблемы. И в схему второго каскада УПЧ введена еще отрицательная обратная связь в виде емкости, которая с контура в коллекторной нагрузке подается, подключается на базу этого самого транзистора. Если мы посмотрим на схему электрическую принципиальную этого приемника, то конденсатор, этот для нейтрализации положительной обратной связи, обозначен в моем варианте схемы C23, может быть, в каких-то других вариантах по-другому. И видно, что контур сделан так, что у него есть отвод, именно в отвод подается питание, на один край контура подключен коллектор транзистора, а с другого края сигнал развернутый на 180 градусов по фазе через этот самый конденсатор нейтрализации обратной связи положительной подается на базу транзистора. То есть здесь предпринято два действия для того, чтобы уменьшить положительную обратную связь паразитную в УПЧ. Это экранировка самого корпуса транзистора второго каскада и вот такая вот нейтрализация обратной связи с помощью емкости. Почему разработчики этой теме нейтрализации обратной связи положительной уделили так много внимания в этих приемниках, я не знаю. Видимо, все-таки они столкнулись с какой-то проблемой, что вот он как-то или самовозбуждался, или был склонен к самовозбуждению, то есть еще не наступало самовозбуждение усилителя ПЧ, но положительная обратная связь, паразитная за счет маленького монтажа такого, вносила какие-то, так скажем, изменения в работу этого самого УПЧ, ненужные изменения. И вот ее двумя аж способами здесь нейтрализовали. Ну, собственно, и все. Больше по схеме никаких интересных особенностей нет. Стабилизации смещения рабочей точки в транзисторах ВЧ части нету с помощью стабилитрона. Зато есть терморезистор в усилителе низкой частоты, который позволяет немножко стабилизировать по температуре смещение выходных транзисторов, транзисторов выходного каскада двухтактного. Вот он, круглая деталь на печатной плате рядом с выходным трансформатором. Кстати говоря, разных размеров. В приемнике 63-го года с квадратной шкалой он достаточно большой, зеленый. В приемнике 68-го года или 66-го, какого он тут, маленький, синенький этот терморезистор. И в приемнике 78-го года он снова большой, зеленый. Вот такая вот интересная деталь, терморезистор. Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты у этого приемника заявлена 100 мВт, максимальная там 150-180, не знаю, зависит сильно от состояния источника питания, от напряжения. Но что самое важное, приемник этот очень сильно экономичный по питанию. И при отсутствующем звуке, при минимальной громкости потреблял ток порядка, там, не знаю, 5 мА. При какой-то более-менее нормальной громкости, когда уже можно его слушать, не номинальная 100 мВт, а может быть там мВт 30, когда это достаточно громко он звучит, он потреблял около 10 мА всего. Конечно, от батарейки Крона он работал достаточно долго, и от батареи 7D01 он тоже работал около 10-15 часов, в зависимости от громкости. Это очень неплохо для приемников тех лет, для таких маленьких источников питания тех лет. Это сейчас мы привыкли, что достаточно маленьких размеров может быть литиевая батарейка с емкостью несколько ампер-часов. Тогда емкость была 0,1 ампер-часа, 100 мАч, и это было чудо, что был такой аккумулятор малогабаритный, бытовой, доступен просто вот для таких приемников. Тогда же, в 60-е годы, производился еще приемник «Сокол-2». Он внешне выглядел в точности так же, как вот этот вот приемник «Сокол», но работал в кратковолновом диапазоне. То есть он тоже был двухдиапазонный, тоже был такой же переключатель диапазонов, но было два положения – средние волны и короткие. То есть длинноволновый диапазон заменили КВ-диапазоном. В приемнике была небольшая телескопическая антенка. В КВ-диапазоне прием велся именно на нее. А в средневолновом прием велся именно вот на эту магнитную антенну. Здесь приходит в голову мысли про этот самый контур,
длинноволнового диапазона, что коротковолновый приемник был абсолютно такой же по схеме, только у него был контур не длинноволнового диапазона отдельный, а контур для КВ-диапазона, к которому и подключалась телескопическая антенна. Может быть, вот поэтому разработчики сделали схему одинаковую для длинноволновой версии и для КВ-версии. Просто разные были намоточные данные контуров. Но, честно говоря, я этого не знаю. Такого приемника Сокол-2 с коротковолновым диапазоном я не видел. Только предполагаю, что именно вот наличие этого отдельного контура для второго диапазона, который в приемниках Сокол длинноволновый, а в приемниках Сокол-2 коротковолновый, именно наличие этого второго контура, может быть, их и связывает, и объединяет. Именно поэтому, может быть, и был сделан этот второй контур. Я не знаю, я только предполагаю. И еще в то же время, в 60-е годы, такие же приемники производились другими радиозаводами под другими названиями. Например, был вот такой приемник «Топаз» и «Топаз-2». Он абсолютно такой же, как «Сокол» первой версии. Все то же самое, те же самые органы управления и разъемы на тех же самых местах, и та же самая схема, печатная плата, все один в один, только другие надписи. Тоже на задней стенке разъем для подключения зарядного устройства, тоже могла использоваться батарея 7D01. И как вот такой вот первой версии приемника Сокол с квадратной шкалой, тоже отсутствует здесь какое-то устройство замедления, и шкалой является непосредственно сама ручка конденсатора переменной емкости, вот так вот сбоку расположенная. Естественно, тоже к этим приемникам была своя какая-то версия чехла, вот такого вот, ну или футляра, кобуры, и этот приемник в чехле выглядел вот таким вот образом. Продавался точно так же с зарядным устройством. В общем, все то же самое было, только назывался «Топаз», например, или «Топаз-2». Был еще приемник «Старт» или «Старт-2», что ли он назывался. У меня, к сожалению, нет такого, не могу вам показать. Он выглядел тоже абсолютно вот так вот, как «Сокол» первой версии с квадратной шкалой, только надпись была не «Сокол», а «Старт», что ли. Просто эти приемники производили другие заводы. Их было произведено гораздо меньше, чем «Соколов» первой вот такой вот модификации. Соответственно, сейчас они встречаются гораздо-гораздо реже. Все-таки основной приемник это был «Сокол». Но по схеме, по печатной плате, по конструкции они все были одинаковые. Забавно, что вот такой вот приемник «Топаз-2» разбирается уже не с помощью винтов, а с помощью защелок. И у него нет вообще батарейного отсека, отдельной крышки. То есть, чтобы его разобрать и установить батарейку, нужно было чем-то поддеть вот эту заднюю крышку, которая без винтов на защелках вот так вот снималась. И здесь мы видим абсолютно такую же схему, конструкцию, как в приемнике «Сокол». То есть это все то же самое, просто другой завод выпускал под другим названием. Никто ни у кого ничего не скопировал, не украл. Это была одна большая страна, и все эти заводы выпускали ту продукцию, которую им указало выпускать правительство этой страны. Поэтому не кто-то у кого-то скопировал, а просто решили, что один завод будет выпускать под таким названием, другой завод под другим названием. И выпускались приемники параллельные, покупали люди такие и такие. Вот на этом, пожалуй, и все. Мой рассказ о приемниках «Сокол» первой модификации закончен. Были еще тогда же, в 60-е годы, приемники «Сокол-4» гораздо больших размеров и работающие в коротковолновом диапазоне, в растянутых КВ-диапазонах с переключателем, можно сказать, галетным переключателем КВ-диапазонов. Приемник более сложный, но тоже выпускался тогда же, в 60-е годы. И эти же приемники «Сокол-403» в конце 70-х и в 80-е годы переродились в модель «Сокол-404», которая уже имела совсем другой внешний вид, была всегда черного цвета, органы управления были расположены в другом совершенно месте. Внешне напоминала приемник «Альпинист» 417-418, только уменьшенных размеров, то есть расположение динамика и органов управления было такое же. Позже эти приемники «Сокол-404»
вдруг стали называться «Сокол-304», то есть перекочевали в третий класс, хотя сложность и вообще их схема никак не изменилась. А еще позже, ближе к концу 80-х, к началу 90-х, к развалу Союза, они вообще стали называться «Сокол-204», аж переросли во второй класс. Второй класс – это где были приемники «Океан-209», например, там с балансным смесителем, вообще как радиостанция сделанной. Конечно, никакого второго класса не было в этих приемниках «Сокол-204», просто подвинули немножко стандарты. Но об этих приемниках я вам расскажу позже в других видео. Спасибо, что смотрели это видео. Старые приемники – вещь интересная. Конечно, пользоваться ими сейчас практически невозможно, так как вещания в средневолновом, длинноволновых диапазонах нет. Но изучить, как они были сделаны, интересно. Посмотреть все-таки, как они работают, тоже очень интересно. Поэтому я пытаюсь это для вас и сделать. Еще раз спасибо вам. Смотрите мои видео. Смотрите обязательно всю серию «Старое радио». Ну и подписывайтесь на канал, который есть на разных интернет-площадках. YouTube, Яндекс.Дзен, Рутуб. Группа есть ВКонтакте, в Телеграм. Есть страница с дополнительными материалами на сайте Boosty и в отдельном тоже Телеграм-канале. Большое спасибо всем тем, кто подписывается на эту страницу. Всем пока.